Мы продолжаем выпуск. Сегодня, ближе к полудню, на втором этаже недостроенного жилого комплекса «Мирей» по улице Желтоқсан взорвался 50-литровый газовый баллон. Пострадал один человек. По информации службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, в доме имел место взрыв газового баллона емкостью 50 литров. В результате загорелись хранившиеся стройматериалы, пластиковые окна, 22 единицы нового газового оборудования, электропровода. По прибытии на место происшествия спасатели при помощи пожарной лестницы эвакуировали в безопасное место находившихся в здании людей. Из огня было спасено 8 человек. В результате пожара пострадали 2 человека. Они переданы бригаде скорой помощи. Пожар, площадь которого составила 48 квадратных метров, локализован и потушен. В тушении пожара приняли участие 36 специалистов и 7 единиц техники. В настоящее время управлением по чрезвычайным ситуациям выясняется обстоятельства.